Мощная эссенция вожаков изначальных зергов расширила набор доступных способностей. Достигая новых ступеней развития, ты будешь открывать по 3 способности. Одна из матерей стаи, Загара, отказывается признавать, что ты королева клинков. Прежде чем ты сможешь отвоевать чар у тиранов, тебе придется вновь присоединить стаю Загары к рою. Стая Загары обитает в кислотных болотах Чара. Там хранятся миллионы яиц, которые ты запасла на будущее. Судя по тому, где она расположила основной улей, Загара хочет собрать на болотах как можно больше яиц. Она пытается собрать армию. Но как она выведет зергов из яиц? Она может поместить их в пруды рождения, чтобы ускорить появление зергов. Я расположила наш основной улей неподалеку от такого пруда. Значит, я соберу достаточно яиц, чтобы создать свою армию и уничтожу Загару. Да. Ты не королева клинков. Тебе нечего здесь делать, предательница. Улетай из чара, пока можно. Эти яйца принадлежат мне, и роем управляю я. Время пришло. Моя месть свершится. Загара привлекла внимание диких гиблингов,
Они атакуют ее. Ты прячешься за своими прислушниками? Сражайся со мной сама! Гиблинги очень полезны. Переродившиеся зерглинги. В гиблинга может мутировать любой зерглинг. Что на этот раз? Для нас нет преград. Я чувствую, что неподалеку есть нетронутые яйца. Я должна добраться до них раньше загары. Рой, это я. Разумеется. Не хватает надзирателей. Можешь убить меня хоть тысячу раз, я все равно вернусь. Моя месть свершится. Внимание! Стая зерглингов приближается к нашему основному улью. Поблизости есть несколько зараженных тиранских построек. Они привлекают диких зергов. Я буду уничтожать их, если обнаружу.
Нужно больше минералов. Мать стаи Загара уже собрала четверть всех нужных ей яиц. Время пришло. Я позабочусь об этом. Для нас нет преград. Что на этот раз? Невыполнимая команда. Thank you.
Минкск будет страда. Улучшение завершено. Улучшение завершено. Моя месть свершит. Чтобы защитить свой улей, ты очень самонадеянна. Твоя королева слушает. Я уже собрала половину нужных мне яиц, уже королева. Скоро у меня будет могучая армия. Для нас нет преград. Это мой мир. Загара ушла по тоннелю на свою базу, чтобы восстановить силы. Она еще вернется. Моя королева, выполнив дополнительные задачи, ты повысишь свой уровень. Разумеется. Улучшение завершено. Улучшение завершено. Да. Рой, это я. Наши войска атакованы. Твоя королева слушает. Отличается от остальных. Из этой кладки готовы родиться гиблинги. Говори. Мы адаптируемся. Где-то поблизости есть еще яйца. Мы адаптируемся. Можешь убить меня хоть тысячу раз,
я все равно вернусь. Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Минкск будет страдать. Это мой мир. Меня это не остановит. Все падут перед Роем. Враг атакует улей. Где-то поблизости лежат яйца, я чувствую это. Минкск будет страдать. Самое время. Построек. Остается еще одна. Да.
Улучшение завершено. Опухоль атакована. Время пришло. Наша миссия продолжается. Все падут перед роем. Мы адаптируемся. Это мой мир. Нет, не может быть! Разумеется. Самое время. Наши войска атакованы. Наша миссия продолжается. Мы разрушили последнюю зараженную постройку тиранов. Это мой мир. Наши войска атакованы. Я буду жить вечно, пока живет Рой. Самое время.
нужно больше минералов. Твоя королева слушает. Атакует бурю. Говори. Рой, это я. Я буду жить вечно, пока живет Рой. Пришло. Все падут перед Роем. Разумеется. Наши войска атакованы.
Все падут, все трое. Наши войска атакованы. Убить ее. Моя королева, я лишь выполняла твой приказ. Стойте. Я приказала тебе восстать против меня? Ты велела всем матерям стаи быть сильными, сражаться и завоевывать. Ты сказала, что серги повинуются силе воли. Твоя воля сильнее, и я буду служить тебе. Хорошо, Загара, я сохраню тебе жизнь. Я собираюсь восстановить Рой, и ты станешь частью моего плана. Моя королева. Загара здесь. Она ждет твоих указаний. Загара, скажи, что бы ты сделала, чтобы изгнать тиранов из этого мира? Я бы полностью уничтожила их войска на плато Бесстрашие, но добраться до него можно только одним способом — через костяной ров. Тираны уничтожили зараженную платформу и теперь контролируют небо над плато. Мы будем легкой мишенью. Меня это не заботит. Генерал Ворфилд еще не знает, с кем он связался. А как быть с артефактом Зелнага? Он может быть все еще у тиранов? Возможно. Но я знаю, что он уже не на чаре. Опасности нет. Знаешь, почему я тебя победила? Ты оказалась сильнее меня. Нет. Значит, быстрее. Нет. Не играй со мной, моя королева. Раскрой свой секрет. Поговори с Абатуром в эволюционном отсеке. Он мне расскажет. Он тебя изменит. Иди. Рой снова набирает силу, Ворфилд. Мы отвоюем эту планету. Пусть твой император знает, что мы идем к нему. Когда-то здесь жили миллиарды зергов. Что с ними случилось? Ты отправила Рой на поиски частей артефакта Зелнага. Но когда сюда пришли тираны, этот артефакт был у них. И тогда ты призвала на защиту ближайшие стаи. Ясно. А что стало со стаями, которые были далеко в космосе? Они одичали. Стали нападать друг на друга. Зерги гибли миллионами. Такого больше не случится. Тираны! Они могут собирать эссенцию? Нет. Они вымрут. Они более опасны, чем тебе кажется. Я испробую их эссенцию. Тогда я буду знать их лучше.
Расскажи мне, как ты изменил Загару? Вид, мать стаи, уже могла решать сложные проблемы, обучаться, руководить, фокусироваться на нескольких задачах. Повысил плотность мышц, увеличил площадь коры мозга. Может предусматривать многочисленные варианты развития. Гибкое мышление. Возможно, стоит поступать так же со всеми будущими матерями стай. Расширение объема мозга при текущей роли матери стаи не обосновано. Больший объем требует больше энергии. Также увеличивается независимость. Противоречит аксиоме, зерк не должен представлять угрозы для лидера роя. Времена меняются. Я хочу, чтобы мои слуги были как можно опаснее. Чтобы добраться до плато Бесстрашия, нам нужно провести рой через костяной ров. Тираны используют против нас все, что у них есть. Костяной ров. Единственный подступ к тиранской крепости. Я уже пыталась провести по нему свою стаю, но тираны выпустили против нас крейсеры Горгона. Они открыли по нам огонь. Моя стая редела на глазах, а вместе с ней умирала и надежда отвоевать чар. Смотри, это гнезда слепней. Они могут уничтожить крейсер класса Горгона. Их нужно только пробудить. Нам нужно просто прорваться через ров, а не тратить время на крейсеры. Если атака будет неожиданной, мы сможем обойтись малыми жертвами. А если нет, то рой будет истреблен. Тебе нужно научиться видению Загара. Планируй, анализируй, рассчитывай. Нужно разместить опухоли рядом с гнездами слепней. Тогда они пробудятся от спячки и уничтожат Горгон Ворфилда. Генерал Ворфилд задействовал крейсеры Горгона. Первый из них уже на пути к Улью. Какая громадина. Неудивительно, что в ущелье помещается только один такой корабль. Двух ему и не нужно. Мы разместили опухоль возле первого гнезда. Пробудись. Уничтожь эту Горгону. Отлично. Это начало конца, Ворфилд. Гнездо слепней потратило всю свою жизненную силу, чтобы сбить Горгону. У нас остались другие. Создай опухоль возле следующего. Быстрее. Нам нужно больше минералов. Что на этот раз? Рой вступил в битву.
В биомассе зергов обнаружена полезная эссенция, ценные гены. Получить. Сделать королеву клинков более сильной. Минкск будет страдать. Это мой мир. Все падут перед роем. Я позабочусь об этом. Наша миссия продолжается. Для нас нет преград. Рой, это я. Мы адаптируемся. Самое время. Это мой мир. Все падут перед роем. Для нас нет преград. Мы адаптируемся. Время пришло. Для нас нет преград. Газ. Отправь в экстрактор 3 рабочих. Это я. Мы адаптируемся. Я позабочусь об этом. Наша миссия продолжается. Выслать еще одну горгону в бой. На твою королеву напали. Мы можем строить только на слизи. Время пришло. Я позабочусь об этом. Все падут перед роем. Для нас нет преград. Самое время. Наша миссия продолжается. Рой, это я. Мы адаптируемся. Это мой мир.
Разумеется. Говори. Менгск будет страдать. Я позабочусь об этом. Самое время. Два крейсера уничтожены. Сюда двигаются новые. Распространяй слизь. Моя месть свершится. Все падут перед роем. Сброси десантные капсулы! Гаргону, уничтожить Керриган! Спасибо, моя королева. Еще несколько отрядов зергов остаются закопанными среди погибших. Я хочу, чтобы ты была ближе к линии фронта, чтобы порождать опухоли. Понимаю. Чем больше будет опухолей, тем быстрее распространится слизь. Менгск будет страдать. Моя месть свершится. Я позабочусь об этом. Самое время. Наша миссия Рой вступил в битву. Все падут перед Роем. Уничтожена еще одна Гаргона. Продолжай. Разбуди еще несколько гнезд слепней. Выслать еще один крейсер! Да. Это мой мир. Для нас нет преград. Наша миссия продолжается. Разумеется. Все падут перед Роем. Мы адаптируемся. Для нас нет преград. Я позабочусь об этом. Самое время. Это... мой мир.
мой мир. Твоя королева, Слу. Еще один. Ворфилд, отдай мне эту планету. Никогда, Керриган. Генерал Ворфилд высылает еще один крейсер. Этот ров полон костей, и все это кости зергов. Совсем скоро и твои будут лежать там же. Перед роем. Я позабочусь об этом. Заплатишь за это, Керриган. Выслать еще одну Горгону в бой. Время пришло. Я позабочусь об этом. Менгск будет страдать. Наша миссия продолжается.
Говори. Разумеется. Время пришло. Рой, это я. Рой вступил в битву. Моя месть свершилась. Я позабочусь об этом. Это мой мир. Твоя королева слушает. Самое время. На твою королеву напали. Время пришло. Наша миссия продолжается. Выслать штурмовой отряд к этому гнезду слепней, пока зерги не активировали его. Уничтожена еще одна горгона. Продолжай. Разбуди еще несколько гнезд слепней. Эта планета принадлежит доминиону тиранов. Я не отдам ее. Еще как отдашь. Это ведь твоя последняя горгона. Позаботься об этом. Все падут перед Роем. Рой, это я. Рой вступил в битву. Разумеется. Наша миссия продолжается. Это мой мир. Мы адаптируемся. Биомасса получена. Хорошие гены. Есть вершина. Для нас нет преград. Время пришло. Все падут перед Роем. На твою королеву напали. Твоя королева слушает. Самое время. Мы адаптируемся. Повторяю, всем войскам Доминиона, находящимся в костяном рву, срочно отступить! Мы потеряли ущелье! Керриган, это Ворфилд. Я знаю, что ты меня слышишь. Хочу кое-что сказать тебе. Приводи сюда весь свой рой. Приводи всех, кто у тебя есть. Тогда мне не придется разыскивать оставшихся, когда мы уничтожим тебя. Увидимся на плато Бесстрашия, старик.
Моя королева со мной связалась, мать стаи Килиса. До нее дошла весть о твоих успехах, и она хочет присоединиться к рою. Ее стая немногочисленна, но у нее есть сильные левиафаны. Килиса, услышь меня. Планета Местав 4, центр военной промышленности Доминиона. Собери свою стаю и уничтожь его. Так ты заработаешь право вступить в рой. Да будет так, моя королева! Твоя стратегия казалась мне странной, но теперь я ее понимаю. Труды Абатура приносят свои плоды. Помнишь, о чем я тебе говорила на поле боя? Видение. Это искусство быть прозорливой? Нет. Коварной? Абатур, иди к нему. Его работа причиняет боль. Его работа даст тебе умение видеть. Хорошо. Что за навязчивая идея собирать эссенцию? Это путь к выживанию. Она делает тебя сильнее? Сила — это ловушка. В нее попались главы стай. Если дело не в силе, то зачем тебе эссенция? Эссенция позволяет меняться, выживать. Пока собираешь, живешь, остановишься. Погибнешь. То, что некоторые из матерей стай переходят на нашу сторону, это хороший знак. Интересно, почему они хотят отказаться от своей независимости? Возможно, не все они хотят править роем. И возможно, они понимают, что в большой стае безопасно. Не нужно читать мысли, чтобы понять, какие у Уорфилда планы на мой счет. Он понятия не имеет, с кем он связался. Раньше я давала тебе людей для экспериментов. Да, очень плохие. Примитивная структура, минимальная способность к адаптации. Я была рождена тираном. Высокий псионный потенциал. Преодолела врожденные пороки. Очень редкий случай. Мы никогда больше не будем проводить эксперименты над людьми. Рад это слышать.